Кандидат ви чи доктор наук, але всі люблять ходити в театр. У нас сьогодні гість, який прямо пов'язаний з театром, це Андрій Попков, актор. Доброго раночку вам. Доброго. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилась аудиторія ваша після такої кількості локдаунів? Змінилася вона в тому смислі, що її стало вдвоє менше. Це не дуже добре. Це катастрофічно. Тобто не повертається аудиторія, вже ж дозволили ходити в театри. У нас зараз, по-моєму, до сих пор ще таке, вже повністю можна приходити. У нас, по-моєму, до сих пор таке зберігається половина залу, може чуть більше. Так. Вот. Но, конечно, в это время это было на ползала играть, это было, такое ощущение, что... Мягко кажучи, не дуже. Да, это уходит энергия туда, и она теряется в зале, и ответа, который был раньше, мало соответствующего, туда мы... Назад как-то оно не приходит, или очень мало. А что під час пандемии вы робили? Чи виходили, робили якісь вистави онлайн, чи, можливо, що? Нет, онлайн мы не делали спектакли, мы по возможности иногда репетировали, потому что у нас премьера все время откладывается из-за локдауна, но мы никак не можем. Вот, наконец-то, мы играем премьеру 19-20 числа. Вот, это, надеюсь, уже случится, слава богу. Яку виставу граєте? Спектакль «Море и океан» по произведению Александра Барикко. Угу. Итальянский писатель, современный писатель, который к нам приезжал в Украину неоднократно, и в Киеве был. Вот, и мы надеемся, что когда-нибудь он к нам приедет на спектакль и посмотрит, и скажет: ребята, там так, можно переделать. Ну, вообще, в принципе, мне нравится. Было бы классно, если бы он приехал и сказал: блин, да это то, что я хотел. Это было бы чудесно, идеально. Мы все в это верим и надеемся на это, но ждем и какую-то критику конструктивную в том числе. Слухай, скажи мені, на твою думку, як актора, що було найскладніше в період пандемії? Саме для актора. Это сидеть, и ждать. Ждать, что, когда это все закончится, чтобы можно было нормально работать снова и не терять какой-то процесс, который настроен, да, и который идет к чему-то, каким-то премьерам, каким-то, оно же все, когда не репетируется, когда оно все теряется, некая теряется, энергия уходит. Скажи мені, пластичність емоційного стану актора, вона теж втрачається, коли так відбувається, коли він без діла? Нет, эмоционального состояния нет. Она всегда с нами, это наша психофизика. Но она всегда в актере, в человеке, в личности она всегда есть. И она реагирует всегда на какие-то вызовы извне. И наоборот, еще больше эта ситуация всегда заставляет злиться на то, когда это все прекратится. Вот. Что я имею в виду, останавливается процесс работы, и он разжижается и теряется. Вот что плохое. Тобто вам важко було ще й збиратися після пандемії докупи, щоб вийти на сцену? Собратися і войти в этот процес знову. Вспомнити ті наработки, які ми придумали, сочинили, и соединить это все, понимаете, оно разваливается. И энергия уходит, и ты в ожидании в этом безделье находишься, и ты проседает энергия просто. І шкода. А мені якось хочеться зразу, я чогось про Zoom згадала. Навчання відбувалося для дітей, для студентів в Zoom. Чи не було у вас ідеї онлайн збиратися і репетирувати, щоб не втрачати оце, про що ви говорите? Ми так робили в прошлой весной. Так. Во время первого карантина. Понимаете, это же Zoom репетиция, это совершенно не то. Это нет пространства, в котором ты что-то создаешь, понимаете? Ты сидишь перед камерой, и ты можешь очень локально, максимально как-то эту энергию хоть как-то намекнуть, дать ее через текст, но это очень ограничено. Это не то совершенно. Это разваливает процесс. Это не настоящий процесс репетиции. Давайте забудем про локдаун. Уже у вас дозволені нормальні повноцінні репетиції. Скажіть, скільки часу потрібно для створення будь-якої вистави від початку і до прем'єри її на сцені? Можливо, якісь моменти точкові, які найважливіші? Знаєте, ми репетируємо, як правило, довго.
Угу. Всегда репетируємо. Якщо у нас нет чітких сроків. Ну, довго це скільки? Тиждень, місяць, рік, півроку, скільки це? Знаєте, ми завжди привикли, театр, така традиція в театрі, що ми, як говорять актери, ставимо полотна. Двигаем полотнами, поэтому там объемы большие. Там романы, «Мастер Маргарита», Достоевский. Как бы, это очень много постановок, которые на романах, как бы, большие объемы. Uh-huh. Поэтому это все мнется, разминается, изучается, исследуется очень долго. Потому что нужно как бы, вот эту, услышать все темы, которые там, смыслы, которые там находятся автором заложены, идеологию, и как это, через что это выявить. Понимаете, это процесс, который может занимать года. Просто года. Мы вот недавно, ну как недавно, лет 5 назад мы сделали спектакль «Алёша» по произведению «Братья Карамазовы» Достоевского. Как я пришел в театр, я начинал, это была моя первая в театре работа, Достоевский, «Братья Карамазовы». До этого, до меня, до прихода в театр, ребята, актеры мяли этот материал лет 8. Ого! Ну, может, чуть меньше, может, 6-7. Где-то так. Это было на уровне проб, на уровне какой-то мастерской, лаборатории. Так. Попытки, там, пробы это, попробовать это, попробовать это, попробовать просто отдельные какие-то моменты, смысловые сцены, понимаете? А потом это все мялось еще в студии театра, со студийцами работа велась, пробовалась так-так, очень разные комбинации, варианты. И в итоге получилось то, что получилось, да, многое ушло, но нужно было пройти это время, чтобы отобрать то, что нужно режиссеру, да, увидеть, какую концепцию он хочет в итоге создать, сделать. А это все только через период работы. То есть это очень заранее невозможно такой материал запланировать и сроки выдать. Как бы это будет просто производство, просто фабрика. У нас так, слава Богу, так у нас не работает. Давай повернемося на декілька років тому назад, коли настав той самий момент, коли ти сказав, що я хочу бути актором. Це таке, знаєш, дуже таке, з одного боку, провокативне питання, з іншого боку, воно все ж таки чимось приємне, тому що саме тоді ти вирішив свою долю подальшу. Ну, это такой очень личная такая тема, но это не значит, что я сейчас закроюсь. Так. Ну, нам главное, чтобы ты ещё не закрывался. Да-да-да. Я учился играть на гитаре. Так. Я по первому образованию музыкант. Вот, поступил сюда в Университет культуры и искусств на гитару, на музыкальный факультет. Проучился там год и почувствовал, что что-то как-то что-то не хватает. Как-то становится скучно. Как-то тесно становится. Я обожаю музыку до сих пор, я увлекаюсь, я играю до сих пор и все. Шкода, что вы с собой гитару не взяли. Если бы я знал, я бы еще своих актеров привел, мы еще сыграли бы на фортепиано здесь, играли полную музыкальную композицию. Я норм злобаю. Я не знаю, как назвать, это штучка с зернятками всередине. Зернятками всередине. Это не маракас, а ци-ци. Ну, типу маракасы, так. Маракас, да, маракас. У нас в театре есть. Так. Вот. И потом я почувствовал, да, что-то как-то не хватает чего-то. Случилось некое событие в жизни, которое меня тоже развернуло наоборот. И я понял, что как бы жизнь — это театр, более... И в нем актеры. Да, 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 да. Это более что-то намного шире, чем просто да. музыка. В музыке очень много чего есть. Образы, смыслы, переживания, эмоции, чувства и так далее. Но это достаточно как бы... Вот жизнь, она шире. Mm-hmm. Она больше. Она настоящая. Она как бы... шире и сложнее, и драматичнее, и комичнее в этот момент. И ось в цьому просторі тобі було не тісно. Мені... Театр. Просто дивись, я обожнюю спілкуватися з акторами, тому що вони... Сум, наприклад, так, тобі стало вже не цікаво грати на гітарі. Ти сказав, тобі стало тісно. Yeah. Помніш, вони забарвлюють звичні поняття. Через метафори, через метафори, так, забарвлюють звичне поняття. От вже гітара не те, стало тісно. Да. Треба було розширюватися. От скажи, в акторській професії, в акторському житті, що тобі от найбільше подобається? То, що це сама життя. Вау. Ну, театр — це життя. Клас. Так. Это как бы не жизнь в формах жизни, потому что это все-таки искусство, это очищенная реальность некая. Некая эстетическая очищенная реальность, которая из жизни возникает.
из переживаний жизни, из проблем жизни, из драматизма жизни она возникает, но она на сцене приобретает как бы некую переосмысленную, переплавленную форму, эстетическую форму, создавая на сцене смыслы жизненные, человеческие. Так. И вот это вот как бы очищает, это возвышает, объединяет нас всех. Да, людей, зрителей, с актерами. Это как бы нас всех делает живыми, по-настоящему живыми в данный момент. Конкретный момент, когда соединяются актер и зритель через, в пространстве через какой-то смысл человеческий, жизненный. Это создает жизнь, это делает нас живыми, по-настоящему. Хочеться запитати стосовно складу в театрі. Є ж завжди основний склад і є дублери так звані. Наскільки це проблематично? Тому що там, наприклад, репетирує основний склад, якусь виставу, а приходять нові на дублерів. Чи... Як це взагалі відбувається? Ну, це не зовсім дублери, це перший, другий состав, може бути, там, третій состав. У нас є. Це створено для чого? Для гастролей, чи для заміни, чи для чого це робить? Для заміни, звісно ж. І для того, щоб актери могли грати. Да, не один чоловік мог бути на ролі, а могли грати кілька актерів цю роль. Це по-разному буде. Це буде як-то щось особливе, як-то лично, індивідуально через другого актера создаватися. І це, можливо, зайнятості. Актеров и замены, конечно же, у кого-то там съемки, допустим. И да? Розвиток якийсь, певно. Конечно, конечно, да. Это что-то актер каждый новый что-то привносит от себя чуть-чуть, да. И, вот. И это, в первую очередь, это замена, если съемки у кого-то там, да. Вот. У меня съемка, ты, пожалуйста, ты можешь сыграть там, пожалуйста, без проблем там, да. Слухай, є ще одне провокативне питання. Да. Так. Макс не зупиняється. Станіславський. Да. Саме йому ми завдячуємо, в принципі, акторській кар'єрі, як такій, вже більш осмисленій. Звісно. І є таке, от такий короткий вираз його «не вірю». Угу. І як актори його розуміють? В смислі, що ти врєш. Угу. Так, тобто ти не живеш цими пропонованими обставинами. Ну, ти ж ти не живеш, ти не создаєш, точно не создаєш смисл, не создаєш образ. Угу. Ну, смисл не создаєш, ти врєш, ти якби обманываєш, ти пытаешься обмануть. Угу. Ти його якби не чувствуєш, не видиш і не действуєш в этой темі, да, в этом смысле, а ти якби його імітируєш. Угу. В этом смысле ти врєш. Ну, ты видишь, что ты врешь, ты не проработал необходимые детально вещи все эти. Ты как бы нашел какие-то манки, которые, с помощью которых тебе кажется, ты сможешь сделать вид, обмануть. Это подсознательный процесс, так. Актеры часто не понимают этого. Но это еще как бы вопрос школы, как актер приучился работать. А какая школа, на твою думку, найкраща? Ну, найкраща... Ну, можливо, найдієвіша, давай так. Ну, допустим, наш театр на Печерске работает по школе Анатолия Васильева. Московский, значит, российский режиссер, педагог, создатель ШДИ, театра, школа драматического искусства. Вот, и мы работаем по его школе, по его системе, и потому что, наверное, вот наш директор, да, художественный руководитель Крыжановский Александр Владимирович, это его ученик. Так. И он как бы привез ее к нам. Адаптовал в Украине. Да, да, привез ее к нам. И, наверное, потому что, да, он поехал учиться там ему, у него, потому что он увидел, что это наверное, нечто самое точное, самое передовое какое-то, самое то, что должно быть. Добре, а давай подивимось тоді з іншої сторони. От є система Станіславського, от вона, в принципі, вважається, ну, напевно, занадто гучно, але еталонною. От що повинен саме знати? Конечно, то. Конечно. А в чому різниця, от чим відрізняється система Васильєва від системи Станіславського? Понимаете, Станіславський придумав свою систему, это ази, это фундамент. Так. Это фундамент как бы психологической работы актера. Угу. Как устроено, как бы как работает сознание в процессе вот, актерского искусства. Угу. Это фундамент некий, который нельзя отрицать, и никто его не отрицает, по сути. Но просто Васильев дальше пошел, как Михаил Чехов потом пошел дальше. Взял, он работал в этой, да, в этой системе Станиславского, но он пошел дальше в создании образа, работы над ролью. Так же самое Васильев тоже пошел дальше, но он пошел дальше вообще не как бы идеологически. Как бы идеологически, в смысле театра он пошел дальше, смыслово он пошел еще выше.
в создании, как бы, в необходимости и смысле театра вообще как таковом. Неочікувано. Ну, кожному своє, і це добре, коли створюють нові школи і нові напрямки. Це певний розвиток. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам хорошої прем'єри, про яку ви вже сказали. Дякую большое. Нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії Андрій Попков, актор. Я точно знаю, що матеріал, який ви зараз тільки що переглянули, вам ох, який сподобався. І от, щоб не пропустити порцію ще крутішого матеріалу, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут медіа». Я нагадаю вам, що там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що вже з'явився найсвіжіший і найцікавіший матеріал.